Привет, я Frosty Templar, и Atomic Heart у нас пройден, а Resident Evil 4 я, к сожалению, пока что не прикупил, потому что нет возможности, не могу купить. Но хорроры у нас все-таки с тобой будут. Я решил, что пора мне расчехлить старую папку с инди-хоррорами, и пора в них, собственно, поиграть. Поэтому будем орать, будем визжать, будем пугаться, будем бегать от всяких монстров, от всяких упырей. Да и в целом-то все. Поэтому, если ты еще не подписан, то обязательно подпишись, поставь лайк и не забудь написать какой-нибудь комментарий. Так, а сегодня поиграем в Nine Child's Street. Игра, наверное, никак не переводится. Я думаю, что это название улицы, типа 9 Child's Street. Так и есть, потому что, ну, или 9 детей на улице, или 9 детская улица. Ну, как-то глупо звучит, да, согласись. Поэтому переводить не будем. Давай начнем про игрушку. Немножко прочитал. Что-то там про какой-то заброшенный дом, про какие-то маленькие красные глаза. В общем, кто-то будет нас сильно пугать. Игра не длинная, может быть, на одну серию. Но должна быть страшной. Надеюсь я, по крайней мере, на это, потому что инди-хорроры, они самый сок. А что, ничего не происходит? Я ничего не вижу. Ага. Это что такое? Это моя рука? Мы кто? Мы где? Так, мы дома. Где я? Это у меня такой же вопрос. Но я в чулане, явно я в чулане. Опа, открылось. Выбраться из дома. Ну пойдем выбираться из дома. Давненько я в хорроры не играл. Мне немножко как-то уже... Мы вроде бы только вышли с тобой из комнаты, а мне уже немножко... Сыкотно и страшно. Дверь привязана веревкой. Давай отпилим. Так, надо чем-то отпилить, да? Так, тут будем на все нажимать интерактировать, потому что вроде... А, показано, появляется точечка, да? А что так темно-то? Есть какой-то фонарик, может быть, еще что-то? Потому что ужасно темно. Спагетти. Кто спагетти в кровати жрет, а? Так... Кто тут есть? Ну, высоко, говорит, я туда не полезу. Говорит, опасно и сыкотно. Слишком высоко, нужно найти веревку. Ага. Кусачки. И рука. Чья рука? Кому-то руку отрезали кусачками. Но, по крайней мере, можем перерезать веревку, да? Никого? Никого. Исследовать дом в поисках веревки. Бутылки неспроста стоят, если я думаю, мы их заденем. За дверью есть веревка. Я могу открыть ее с помощью отмычки. Да, вон веревка, слушай. Хорошо. Бутылки заденем, поднимется шум. И что-то явно случится. Похоже, я не один в доме, лучше не шуметь. В смысле? Там точно кто-то есть. Бляха, муха, ну-ка. Бу. Бу. Не бу. Пока что никаких бу нет. Какая... Ёб твою мать, какая просторная ванная. Так. Кто-то тут скрипит, кто-то тут шумит, кто-то тут... Пердит, опа. А там люди есть, а может быть на помощь позвать? Заорать, соседи! На помощь! Помогите! What? Тихо. Там точно кто-то... Ёб твою мать, вот это рисунок, конечно. Ладно. Опа. Ты видел? А я видел. Ладно, пойдем дальше. Пойдем искать отмычку. Что-то мне кажется, зря мы включили радио.
не надо было этого делать, мы бы спокойно прошли. Что-то делает моя любимая игрушка. У нее глаз горит. Может, это камера какая-то? Мы бы спокойно прошли, все было бы хорошо. Блять. Упала. Она же не идет, да? Я не знаю, кто там. Скрепка, ее можно использовать как отмычку. Какая скрепка? Скрепка. Есть, ага. Гробы. Бляха-муха. Че за дом такой? Ты там не идешь, нет? Не, никого нет. А где? Кто там дышит? Дышит. Так, бутылки не задеваем. Это опасно. Забираем. Ух ты ж, бляха-муха! Ты кто такой? Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та! В окно! В окно! А иди ты нахуй, а я все, а я выбежал, все, а ты меня не найдешь, ты меня не достанешь, ты меня не схватишь, ты меня не поймаешь, все. Так-то вот. Понял, да? Аривидерч, я... Сибэйшнс. Или нет? Я опять в доме окажусь, да? А, нет, на улице, ты погляди. А чё ж ты дурак-то, надо веревку-то было привязывать нормально. Веревка-то так не держится, если ее не привязать. Нажмем загрузку. Мы там еще в этом доме не спустились на первый этаж, но, наверное, туда не надо было. Поэтому ладно, ни беда, ни страшно. Так, ну-ка. Child's Street 9. Ага. Я часто наблюдаю за заброшенным домом напротив. Мне заняться нечем просто. Все считают моего соседа пропавшим, но не я. Нет, я не такой. Но я же видел, как загорается свет. Я видел силуэт человека. В заборе есть дыра, через которую я наконец-то проберусь туда. И положу конец этой тайне. Да. Этого зайчика мне подарил тот самый сосед. Я бы не стал раскрывать пропажу такого соседа. Так, что тут? Привет, мама, привет, пап. Если вы читаете это, я ушел в тот странный дом, о котором постоянно говорил. Вы видели те фотографии, которые не хотели видеть? Ругали меня, запрещали мне ходить туда. Поэтому мне пришлось идти туда ночью, втайне от вас. Я хочу утолить свое любопытство и перестать вечно думать об этом доме. Люблю вас, Армян. Армин. Так, хорошо. Радио выключим, бейсболку наденем. Ага. С бейсболкой-то получше будет. Может быть, наряд есть какой-нибудь хороший, нет? Вон скейтборд есть. Вот, рюкзак есть, уже хорошо. В рюкзак можно класть вещи. Так, давайте осмотримся немножко, что тут есть. Да лучше бы, чем в дом лезть. Надо было просто бы взять, да компик включить. Поиграть во что-нибудь. Родители спят. Лучше вылезти через окно. Ну, давай. А что случилось с тем пацаненком, который выпал? Закрыто, но задняя дверь должна была открыть. Должна быть открыта. Тут, короче, все взаимосвязано, связано с шумом. Задеваем бутылки, что-то происходит. Задеваем что-то еще происходит. Так, включить фонарик, хорошо. Вот, у него хоть фонарик есть. Это уже радует. Задняя дверь. Какая задняя дверь? Не вижу тут никакой двери. Где? Родители! Вы спите, что ли? Ну, спите.
Задняя дверь должна быть открыта. Ну, ищем задний проход. А, вон он. Все, нашел. Папина колымага, судя по всему. Стекло треснуто. Ой, дурак. Лезет, идет в дом. Собирается залезть в странный, мать его, дом ночью. Когда... Мне надо попасть в дом. Да, надо, но не надо. Лезет, страшно. Нет, надо пойти посмотреть, что там. Надо утолить свое вот это вот ужасное любопытство. А его убьют. Ну, начинается потеха. И как мне туда попасть? Чувствую, я зря расчехлил свои инди-хорроры. Закрыто. Кто-кто в теремочке живет? Есть кто живой? О. О! Найти комнату со светом на втором этаже. Ага, первый этаж заблокирован. Ну, хорошо. А как нам залезть? Так, не задеваем ничего. Если выключить фонарь, какие-то странные звуки. Кто здесь? Идите отсюда. Кого-то ёбом токнуло. Ни беда, ни страшно. Главное не нас. А кто в шкафу живет? Никого? Никого. Так, надо нос почесать. Ой. Чувствую, весело нам будет играть в инди-хорроры. Прям вообще здорово. Но это не страшно. Это классика. Свет включи. Чился. Я немножко обмочился. Вот эти фотки, это пиздец, конечно. Нахрена таких девочек рисовать-то? Ты погляди, какая жуткая тварь. Как залезть-то на второй этаж? Опа, ты видел? За диваном кто-то был. Кто тут? Ха? Никого. Надо нос почесать. А за диваном кто-то был. А я тебе правда-правда говорю. Вот не веришь мне? Вот возьми, отмотай да посмотри. Закрыто. Вот все закрыто. Можно попробовать обойти дом и войти через заднюю дверь. Кстати, да, вариант. А можно выйти и пойти домой. Как тебе такой вариант? Мне он больше по душе. Обойти дом. Ну, давай обойдем дом. Хорошо, что игра дает подсказки. Прыгать нельзя, да? А то было бы непонятно. Каруселька закатается, это не страшно. Да кто там-то? Сейчас я зайду, подождите. Потихонечку захожу. Много-много я пижу, чтобы не бояться, чтобы не пугаться. Ага. Куколка. Ну нахуй, закроем холодос. Нам такого счастья не надо. Кто здесь есть-то? Я тебе говорю, тут такое ощущение, что кто-то есть.
Уж нельзя стоять. О! Рожа. Ведет в подвал. Нам в подвал не надо. Ага. Человек повесился. Ёбаные рожи. Ты смотри, какие тут противные рожи. Черепушка. Что там? Слышал? Ага, мы близко, кстати, к этой комнате. Так, сюда ведь, да? А тут было по-другому все. Ага, винда. Что там? Мы тебя ждали, Армян. А может, не надо? Да ну не! Кто там? Фу, какой мерзкий запах от этой двери. Может, просто выбежать? Не... Так, винда опять включилась, да? Нет. Судя по всему, не включилась. Не-а-а-не-а. Может, ее чем-то подпереть надо? Что сделать-то надо? Бутылку и взять и ее ебнуть? Опа. Половина ключ от красной двери. Но где вторая часть? Мусорки. Наверное, говорит, проблем с электричеством, надо уходить. Ага, надо бы, да. Давно пора. Так, ну, можно уйти так, как мы вернулись, наверное, да? По голове себя постучи! Вот это вот, ага. Так. Я бы в жизни не зашел в эту комнату, но меня игра сама приглашала. Ха-ха-ха! Вот это мальчик! Похоже, тут жил создатель кукол, но почему его нигде нет? На превьюшку пойдет. Вот это жуткая игра, вот это я понимаю. Так, ладно, а что надо делать? А, они за мной тоже следили, да, судя по всему? Опа. Там человек. Эй! Ау! Как там азбука Морзе? Ты-тык, 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 ты-тык. Ау! Люди! Писем на блюде. Тут надо что-то сделать. Сумка. Краски. Ты поменял местоположение? Так. Человек! Стоит там что-то, смотрит на меня. А что надо, непонятно. Ты давай, кукла, не двигайся. Не двигайся, мне вот эти вот твои проблемы не нужны. Не волнует меня ни твои проблемы, ни хрена меня не волнует. Я пошел отсюда. Как хочешь. Я отсюда съябываю, видишь? Видишь, я ухожу, все. Все, я пошел. Ухожу, я ухожу. Ага, кукла опять выглянула, видел, да? А вот не видела, опять промотай и посмотри, вот тут вот за ящиком она была. Ха!
Никого. А я уже на улице, а я все, а я ухожу. А я вот съябываю. А я иду к человеку, к тому. А все, а ищите меня, свищите. Я уже сбежал, все, меня тут и не было ни разу в этом доме-то вашем блядском. Да-да-да. Мне не страшно, но я немножко боюсь. Кепка. Как я забыл в доме кепку? Нужно забрать ее, иначе меня убьет мама. Ой, да ну кепка и кепка новую купит. Что, дурак, что ли? Я не полезу обратно в эту хату. Не, ну придется, конечно, но я не хочу. Ну, ну мама убьет, ладно. Мама это вот... Она за кепку и правда может настучать по башке. Ладно, придется возвращаться. Ну, нас не выпустит дом. Я тебе говорю, дом нас не выпустит. Дверь захлопнется, и нам а-ля улю, пизда рулю. Все. Где эта комната? Вот он. А кепки-то нет. Она у тебя на башке, дурак, бошку проверь. Поиграем? Нет, иди нахуй. Да не, не горит, у меня мурашки бегут. Ты че, дурак, что ли? Че тут бесишься? Че, блядь? Вот ты конченый. Вот ты дурак. Отдай сюда. Пора убегать. Блядь, пизда нам. Хуй мы убежим, да? Дверь-то закрыта наверняка уже, все. Я уверен, что дверь-то закрыта. Ну, конечно! А как же? Да-да-да! Что это такое? Замок? У моего зайчика была похожая бирка. Хорошо, что я взял его с собой. Блять! Куда зайца унес? Падла! Что это такое? Салфетки. Зайца верни, сказал! Вон мой зайчик, кстати. А не видно, да, какая там бирка? Может, тут как-то методом тыка подбора можно подобрать, нет? Нельзя. Ладно, будем искать. Но он нас убить не хочет, он просто хочет поиграть. Это я в целом поддерживаю и одобряю. А почему тут тупик? А тут раньше был тупик. А по-моему, тупика не было. Комната поменялась, да? Тут вот был проход. Вот он смеялся, конечно, дико. Не надо закрываться, откройся обратно. Не закрывайся больше никогда. Я не понимаю. Надо найти зайца. О! Опа! Опа-опа-опа-па. А где был второй зайчик? Ага! Я тебя видел! Ну-ка выходи! Выходи, сейчас фонариком переебу! Где ты? Собака, а? Сутулая псина. Вы знаете, что прятаться, прятаться, пугать как крыса. Один раз фонариком ёбнуть его и все. Там мужик еще стоит? Да, мужик еще стоит. Нам надо бы еще найти кусочек красного ключика. Я так понимаю, это важно. Единственное, я не представляю, где его найти. Там кто-то повесился, там никого нет.
Сюда залезть нельзя. Ну хорошо. Значит, идем за зайчиком. А что написано? Я остался один, но я продолжаю слышать топот по ночам и даже смех, который отсутствовал в этом доме так долго. Спокойно. Спокойно. Все хорошо. Такой хуйней нас не напугать. Мы не в такие хорроры играли, не такие проходили. Вон наш зайчик. Я вижу нашего зайчика. Картина, отвернись, не смотри на меня так. Больше никогда. Зайчик, зайчик, зайчик. А. Буква. С днем рождения твоего соседа напротив. А, тут надо их все найти. Ёб твою мать, а ты еще что такое? Тоже поиграть хочешь? Чего? Куда ты? Ну-ка остановись, фонариком переебу. Иду, иду, иду я. Ты где? Ты куда? Ты тут? Ау? Бляха-муха. Висит. Че висишь? Да ты не кисни. На веревке зависни. Записочка. В один момент все зашло слишком далеко. Мортуалия получилась слишком настоящей. Мне кажется, что она начала жить своей жизнью. Я нашел в мусорке игрушку покойного мальчика. Уверен, это была она. Игрушку я отположил над телевизором, чтобы ее никто не достал. Я начал бояться ее. Постоянно чувствую, что она стоит за мной. Ох, смотрит, дышит мне в спину. Отсутствие сердца сделало ее опасной. Сейчас я повернусь, а там бабай. Ха! Нет? Сосед положил игрушку на полку над телевизором. Кто там? А, опять ты, что ли? Да выходи ты, ну ёб твою мать! А, над телевизором. Телевизор где-то внизу, да? Красить. Ага. Забор покрасить. Я пойду, пожалуй, ты же не против, да? Не, ну я понимаю, ну твой дом, поиграть хочешь, ну иди ты нахуй. Я иду вниз. Бу. Дурака. Дурака ты кусок. Напугать меня вздумал, ишь ты, чё удумал-то? Вон игрушка, как ее достать? Я не дотягиваюсь, надо подставить стул. А где взять стул? Камин. Причем тут камин? Так, а где нам взять стул? Ну, короче, все сводится к тому, чтобы искать вот эти вот штуковинки. Ну, да что такое? Что происходит? Успокойтесь там, нормально все. Не надо мне там по ушам ездить. Сзади. Ага. Ключ от красной двери. Вот для чего камин. Стул. Давай возьмем стул. Стул. Тара-тара-тара-та. Стульчик, стульчик, я несу. Скоро я отсюда. Быстренько сбегу. Будет хорошо. Будет замечательно, будет очень здорово. Надеюсь. Тебе повезло родиться с таким милым личиком. Прими эту игрушку от меня. А, сосед-то педофил был. Да-да-да. Я тебе говорю, сосед ты из этих. Сосед-то надо полицию сдать.
своими похотливыми ручонками наделал тут куколок. Осталось 3. О. Ну ты чё? Убежал-то, допустим, ага. Дальше чё? Так, а пойдёмте-ка в красную комнату сгоняем. У нас есть ключ, можно её... Да ёб твою мать, закрыт опять. Да чё, чё делает? Но мне, скорее всего, за этим пацанёнком надо идти. Поэтому давай, наверное, пойдём. Он куда-то сюда удрал, ускакал. Тут ничего нет? Тут ничего нет. Что это было? Так, ладно. Ты что ли опять? А, нет. Ладно. О, здорово. Да иду я, иду. Иду. Чё ж ты, сука, делаешь-то, блядь? Ой, дурак. Ой, конченый, а. Ты сказал, иди за ним, иди. А сам это... напугал меня. Иду, срачки, маленечко. Девчонка, ты тут? Я заберу? Да отдай, ну чё ты? Ну отдай! В смысле нет, да отдай! Чё, кушать хочешь? Где я тебе покушать-то найду? Хочу к маме. Ты хочешь кушать? Давай я принесу еды с кухни. Теперь я не могу кушать. Я не ел неделю. Я просто хочу счастья. Ёб твою мать. Я сорвал себе голос, когда орал... зовя на помощь. Из-за этого он решил зашить мой рот. Так, кушать хочешь, да? Ну, давай найдем тебе покушать. Давай только попозже, ага. Тут у меня какой-то еще призрак летает. Сначала куколку найду, пожалуй, а потом это, да? Потом я тебе помогу. И покушать принесу. Чё там смотришь? Чё там? Ну чё там? Здорово! Привет, Арн. Ты не видел тут такую игрушку белую в виде обезьяны? Нет. Я попробую тебе помочь, только расскажи, пожалуйста, что тут происходит. Я Макс. Мы все тебя знаем. Наблюдали за тобой. Долго ждали. Ага. Время тянется очень медленно. Тут холодно и страшно. Ты на меня так не смотри. Я долго искал ее, но так ничего и не нашел. Кукольник спрятал ее от меня в виде наказания. А что за странный замок на входной двери и как его открыть? Дети его повесили, чтобы ты не сбежал раньше времени. Каждый ребенок использовал вместо ключа бирку от своей игрушки, подаренную кукольником. Да это я и так уже понял. Мы тут очутились. А что вы хотите со мной сделать? Ты наше спасение. Оно не закончено. Кукольник собрал куклу из наших лучших частей тела, но не успел вставить сердце в куклу. Мое сердце. Ничего страшного. Скоро она вырвет из тебя сердце. Да. И станет доброй, и мы все упокоимся. Не на меня до дома. Это ж тут дома мама с папой. Давай не надо. Я буду рад. В поисках тебе поможет камера, которую кукольник встроил в игрушку. Еще них он следил за детьми и отбирал лучших. Доступ к камерам есть в этом планшете. Спасибо. Ага, поклон низкий. Так. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. А у нас есть все, кроме вот этой. Так, ну это где-то возле портрета. А вот где, я не помню. Но портрет я где-то видел. Плюс одна кукла у девахи.
Но нам же надо три. Портрет. А где же я видел портрет? Где-то он точно был. Так, ну хорошо, пока они там хотят со мной поиграться, я не буду вестись у них на поводу, я просто найду эти штуковины и съебусь отсюда. По-моему, это где-то на первом этаже, да? А можно ли как-то планшет убрать? Кстати, вот это место. Вон она. Буква М. Хорошо. Плюс сейчас... А, что-то написано. Надеюсь, эта игрушка подарит тебе счастье. Надейся. Так, а, девочки покушать. Ну давай девочку накормим, она нам тоже даст игрушку. А что ей покушать-то дать? Она в то, а тут все съели. Хоть что-то бы оставили. Хоть бы девчонку накормили, я не знаю. О, каша. Ну, каша подойдет, я думаю, наверное, да? Че бы и нет. Каша всему голова. От каши силы будут много. Да и вообще от каши мозг растет. Не, каша штука полезная, как ни крути. А где последняя тогда кукла получается? На! Ну хуя тебе за кашу ходила, если ты сдохла? Ну ты чего? Ну сестра, ну ты чё? А у тебя до хрена каша была. Что-то написано. Где все? А почему так темно? Ты хорошая балерина, у тебя большое будущее. Береги себя. Но это еще один. А где последний кусочек? Уалия. Куда? Куда идти-то? А что так ярко? Ну давай пойдем по свету. Наверное, свет нас ведет. Сюда? О, подвал. Хорош, идем в подвал. Что там написано? В детстве у меня не было друзей. Я попытался заменять их игрушками. Но они были такими же не были такими же живыми. Я сделал свою первую игрушку из расчлененной кошки. Она получилась не такая, как другие. У нее была душа. Вскоре я сделал игрушку из птички, собачки и даже человека, которого сбила машина. Я подарил им лучшую жизнь. Я не мог стоять на одном месте. Мне хотелось чего-то большего. Так и родился мой последний проект Мортуалия. Безумный кукольник, лопата. Чё так темно-то? Фонарик работает вообще? Нет, я не могу понять. Наверное, в подвале должна быть лопата. Мы её только что прошли, ты дурак, нет? Я тебе говорю, бери лопату. В любом хорроре надо брать лопату сразу же. Видишь лопату, берешь лопату. Видишь лом, берешь лом. Все, чем можно пробить башку... Можно, нужно брать. Так, ну давай откопаем. Что там? Гробик. Фонарик работает? Почему фонарик не работает? Блять. И давай со светом не играйся.
Я ни хрена не вижу, куда идти-то? Так, по лестнице наверх, да? Да. А-а-а, хорош. А, береги свои чудесные глазки, они у тебя одни. Пусть эта игрушка будет моим напоминанием. Ага. Да-да-да, пищите в унисон. Меня это не пугает. Не надо пищать. Ух. Все, выходим. Ха! Мортуалия. Мортуалия, я из этого дома съебали. До свидания. Угу. Та-ра-та-ра-та-та-та. Бежим к маме с папочкой. Ну все. Вот мы и ушли. Хорош. Из дома больше ни ногой. Живем только на доставке, работаем из дома. На улицу не выходим вообще. Никогда и никуда. А, стоят там черти. Вот и играйте сами с собой, дураки. Я с вами играть не буду. Как хотите, вот вообще. Я к вам больше ни ногой. Все. До свидания, мы приезжаем. Ух. Шли месяца после того, как я выбрался. Ну, допустим. Но каждый сон возвращает меня в тот ужасный дом. Я так не бегал, неправда. А я вообще не боялся. И не бегал. Вот так вот, будешь лазить по заброшкам, тебя убьют. Понял? По заброшкам не лазь. Так-то. Осознание того, что я уже ничего не могу поменять, сводит меня с ума. А, ну это типа трейлер, наверное. Или нет? Или это сон? Такого не было. Такое было. Такое было. Этот был, да. Так, что за психоделька подъехала? А, он повесился, ты прикинь? И все равно он умер. А говорили ему мама-то с папой. А не ходи ты, дурак, в дом-то заброшенный, а? Вот так-то вам с папой надо слушаться. Вот и все. Аля улю, и он повесился. Как говорится, не кисни, лучше на веревке зависни. Выход. Получается все, что ли? А может быть еще на что-то потыкать, покликать? Выход. А, все, собственно, поиграли. Он просто вышел на рабочий стол. Ну вот мы и прошли первый из нескольких инди-хорроров. В целом хоррор неплохой, немножко попугал, мурашки были, звук замечательный. Скримаки вроде как есть, но не такие, чтобы супер вау. Продолжаем играть в остальные хорроры, ну а сейчас как обычно. Подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.